что здесь ну, более оперативно можно решить вопрос. Здесь мы можем пригласить сотрудника из администрации, чтобы он подошел к нам. Ну, вообще желательно приезжать сюда, конечно. Здесь вы, так скажем, в спокойной обстановке получите не только предоставление услуги, но также и консультацию. То есть это будет не только формальное общение, да, на уровне бумажек, но и диалог, который позволит человеку снять вот это эмоциональное напряжение и спокойно оформить документы. Но он сказал, что, мам, я должен. И ушел. Если сами не можем туда, хоть здесь частицу наша помощь хоть как-то будет. И вот сделают мне вот ремонт. Потом мне Виктор Валентинович позвонил лично, то есть пригласил на встречу, чтобы все это обсудить, и достаточно все быстро было решено. Ну, еще деньков 5, я думаю, придется поработать, не загадываешь. И когда все закончится, тут будет что? Будет тепло. Передаю ему огромный привет, очень люблю, ждем. Все хорошо, мы вас ждем, возвращайтесь. Приветствую всех. Меня зовут Ольга Неаполитанская. Мы находимся у ДК «Сатурн». Здесь новая точка на карте города Раменска – Центр помощи семьям мобилизованных. Центр поддержки семей мобилизованных граждан открылся в ДК «Сатурн» в конце октября. Прием здесь ведут специалисты горячей линии главы округа. За помощью в центр могут обратиться члены семьи не только призванных в рамках частичной мобилизации, но и других участников специальной военной операции. Основная цель центра – максимальное внимание и поддержка членам семьи участников СВО. Семьи мобилизованных граждан обращаются за помощью в центр поддержки по самым разным вопросам – от бытовых до юридических. Это подчеркивает руководитель горячей линии главы Раменского округа, руководитель центра поддержки семей мобилизованных Илья Провоторов. К нам пришли чуть меньше 20 семей, прошла встреча с главой этих семей, собрали, отправили большую газель с посылками для мобилизованных. Сейчас большинство заявок поступает по телефону, но я все-таки хотел бы призвать семьи по возможности приезжать к нам, потому что здесь ну, более оперативно можно решить вопрос. Здесь мы можем пригласить сотрудника из администрации, чтобы он подошел к нам. Ну, вообще желательно приезжать сюда, конечно. По телефону мы также принимаем заявку, алгоритм примерно тот же, но все-таки при посещении центра можно более оперативно решить этот вопрос, учитывая то, что у нас теперь есть сотрудник из МФЦ, который может какие-то тоже дополнительные услуги предоставить. Суммарно к нам обратилось с начала частичной мобилизации около 300 человек, чуть меньше 300 человек. Вот, что касается непосредственно горячей линии и центра поддержки. Сюда физически пришли чуть меньше 20 на прошлой неделе. Вопросы закрыты практически все. Сейчас самая горячая тема – это выплаты мобилизованным, но там довольно длинная цепочка по этим выплатам. Сейчас они уже поступают и продолжают поступать, просто некоторые получают их с небольшой задержкой. Это связано со сверкой данных Министерства обороны, нашего военкомата и Минсоцразвития. Ну, а можно смело утверждать о том, что человек, обратившись в этот центр, не останется без поддержки? Без поддержки не останется 100%, даже там, где мы не можем в полной мере обеспечить эту поддержку. Ну, к примеру, у нас нет возможности обеспечить бесплатное обучение в вузах и в колледжах. Тем не менее, мы пытаемся найти варианты, как помочь человеку. Например, Гжельский университет пошли навстречу, несмотря на то, что не смогли дать возможность бесплатно учиться ребенку. Будет выплата пока единоразовая, но мы постараемся сделать ее постоянной. То есть, ну, на самом деле, практически все идут навстречу в этой работе, стараются помочь, чем могут по закону, и там, в личном порядке тоже все очень участвуют активно в этом. В центре поддержки специально для семей мобилизованных граждан открыли окно МФЦ. Все те же вопросы, которые могут решить каждый из многофункциональных центров, мои документы. То есть это оформление заявлений, это помощь в создании заявлений, то есть это портал МосРег, это госуслуги, также это заявление по пособиям, это
паспортный стол, то есть это выдача, замена паспортов. Это услуги, которые связаны с налоговой нашей службой, с пенсионным фондом, с социальной защитой. То есть это весь каталог услуг, который каждый заявитель может посмотреть на официальном нашем сайте государственных услуг центра «Мои документы». Для того, чтобы к вам обратиться, семьи мобилизованных должны принести какие документы? Обязательным документом является паспорт, СНИЛС и справка о мобилизации. Далее пакет документов формируется, исходя из услуги, по которой мы будем создавать заявление. То есть это, если это пособие, то это свидетельство о рождении ребенка, о регистрации свидетельства по месту жительства ребенка, это СНИЛС ребенка. То есть если это документы, связанные там, с подачей паспорта, с какими-то получением, например, СНИЛСа или ННН, то есть этот набор документов также подойдет и для этих услуг. Полный спектр услуг, которые предоставляет МФЦ, мы можем обеспечить здесь, кроме оформления заграничного паспорта и обновления водительских прав. Еще есть важный нюанс, что здесь мы не можем принимать оплату госпошлины, то есть придется либо подойти уже с квитанцией оплаченной госпошлины, либо потом сходить в Сбербанк для того, чтобы ее оплатить. Здесь у нас нет терминала, к сожалению. Здесь вы, так скажем, в спокойной обстановке получите не только предоставление услуги, но также и консультацию. То есть это будет не только формальное общение, да, на уровне бумажек, но и диалог, который позволит человеку снять вот это эмоциональное напряжение и спокойно оформить документы. В центр поддержки уже обратились порядка 20 семей. Мы оказываем социальную поддержку. Все гарантии, которые озвучил губернатор, мы все здесь предоставляем. То есть меры поддержки для школьников, бесплатное питание. Помогаем разобраться с кредитами, с ипотекой, с кредитными каникулами. Ну, все в таком ключе. Вот. Есть, также помогаем в нестандартных всяких ситуациях. То есть вместе со всеми льготами, которые положены. Ну, например, была у нас ситуация, помогли женщине заменить трубы водоснабжения в квартире. Это квартира мобилизованного Романа Сладкова. Здесь полным ходом идет ремонт. Ремонт в коридоре делали года 4 назад. Мама Романа Сладкова, Ирина, не ожидала, что ей помогут не только починить протекающий стояк, но и сделают ремонт. Заменят выключатели, полотенцесушитель, двери, плинтуса, выровняют потолок, повесят дверцы на антресоли, аккуратно уберут проводку. 14 числа, 14 октября забрали его, мобилизовали. Но он сказал, что, мам, я должен. И ушел. Я пришла в «Сатурн». С ними встретилась, девочки там сидят, они очень приветливые, составили анкету, все мне рассказали, что положено, какая помощь может быть оказана. И очень хорошо, у меня у сына дом, ну как бы он, это самое, только поставленный, нам отапливается дровами, нам дров привезли, спасибо большое. Вот, теперь До ремонта у нас была встреча с главой администрации нашей, Виктором Валентиновичем. Ну и в беседе я спрашивала, вопрос задала, так скажем, можно ли что-то помочь, там сделать. И на следующий день пришли ко мне с помощью. И вот сделают мне вот ремонт. Ну, то есть вам починили трубы, да? Да, у меня была течь стояка, мне все поменяли, стояки, все трубы. Спасибо большое. Вот ванну, туалет, коридор. Вот мне девочки тут все делают, молодцы. Вот. Обои все сами выбирали? Обои, да, меня посадили в машину, отвезли на рынок и сказали, выбирай. Вот, обои я выбирала сама, ну, на свой вкус. Ну как, вы ждете окончания? Да, вы знаете, да,
жду окончания. Обещают вот и двери поменять мне сюда, привезут, завтра привезут, в четверг поставят. Я так думаю, что тут будет красота. Девочки мне навели красоту. Спасибо большое администрации, главе нашего округа Виктору Валентиновичу. Большое-большое спасибо. Ну, это не сказки. Я тоже думала, что никто ничего не поможет. Ну, как бы так, как всегда у нас говорят, что помогают там где-то, в других округах. Вот. Но у нас, естественно, вот прям вот по-настоящему помогли. Тех, спасибо кто большое. Еще переживает, сам не знает, обращаться, не обращаться. Что нет, я просто, девочки, не бойтесь, в горячей линии работает. Всем помогают очень хорошо, и поэтому звоните, обращайтесь, и по мере возможности администрации, ну, как, все помогает. А вот спасибо. Вам сейчас сделают ремонт, вот уже стоят, починили, двери поставят, а будете потом стесняться и не обращаться, или если потребуется? Не, ну, уже если потребуется, может быть, я обращусь еще. Вот так, спасибо им большое. Ну а так, вы сами по себе. Сейчас вам сделают ремонт, вы хоть немножко улыбнетесь, вот какой-то оптимизм-то у вас будет. Ну, конечно, улыбнусь. Спасибо девочкам, которые делают здесь. Я говорю, всем спасибо большое. И ну, буду смотреть, радоваться ремонту и ждать сына. Сестры Галина и Нина – опытные маляры. Свою работу они знают на 5 с плюсом. Может быть, вот он общается с мамой, может, как-то и тоже он будет радоваться, что хоть маме тоже помощь какая-то. Конечно, это что взяли, это тревожно, всегда будет матери тревожно, но хоть он как-то вот так. Он звонит ей, мы здесь присутствуем, слышим разговор, она все рассказывает о ремонте, он довольный очень и поддерживает ее. Нас, конечно, это тоже радует. Мы ее тоже пока здесь работаем. Да, улыбка есть. Говорим, что будет все отлично у вас, все хорошо. И она радуется, приходит, смотрит, ой, уже хорошо было как и стало как. Мы говорим, мы сделаем все, придут, двери поставят, и уже будет, конечно, очень хорошо радоваться будет и жить здесь, в этой квартире, и сыну как и сын радуется за маму. Ну а вот когда вы все закончите, вот если вас кто-то еще из семей мобилизованных пригласит, вы пойдете? Ну, пойдем, конечно, с удовольствием поможем. Если сами не можем туда, хоть здесь частицу наша помощь хоть как-то будет. Маму Романа Сладкова поддерживает администрация Раменского округа, а она, в свою очередь, поддерживает сына и других ребят. Ай, я его очень люблю. Жду, чтобы был мужиком. Не расклеивался, хотя знаю, что он у меня такой ко всему привыкший, не маминкин сынок. Друзей у него много, ребята, держитесь. Своим мамкам и сестрам скажите, пусть они не боятся, обращаются к нашему главе. Он поможет, если может, поможет в чем-то. Вот, и все хорошо, мы вас ждем, возвращайтесь. Еще одна история. Мария – супруга мобилизованного Александра Михеева. Ее муж построил дом в деревне Литвиново, но когда пришло время делать отопление, он получил повестку из военкомата. Дом построили мы, наверное, 2-2,5 года назад. Это была ваша мечта? Да. Жили на съемной квартире, потом супруга, да, у них поделили землю, мы разделили и решили построить. Поставили коробку, внутри уже дом, супруг, всю электрику, штукатурку, то есть полы, все уже муж делал. Очень, конечно, тяжело, плакали. Вот, но ему дали 2 дня на сборы, то есть все это время мы провели вместе, я отпросилась с работы. Вот. Плакали, ну, более-менее за последнее время как-то смирилась морально, но все равно тяжело, и вечерами, и когда дома пусто, приходишь с работы. Мария не постеснялась обратиться за помощью в центр поддержки. Администрация Раменского округа закупила трубы, котел, радиаторы, краны. Одним словом, все, что нужно для полноценного отопления.
Также в доме установят дымоход. Мне супруга, двоюродная сестра Ольга, то есть отправила ссылку вот на вот эту помощь группе, да, в Телеграме. Я зашла, ну, прочитала все, оставила свой номер телефона, мне перезвонили заместитель, то есть потом буквально на следующий день меня добавили в группу. Сперва я не обращалась, просто читала, как общаются, что пишут в группе. Но потом все-таки, наверное, спустя неделю я решила написать Ане, это администратору группы, вот. И с этого все началось. Потом мне Виктор Валентинович позвонил лично, то есть пригласил на встречу, чтобы все это обсудить. И достаточно все быстро было решено, потому что, говорю, да, мы остались без отопления, то есть не успели мы сделать. Дом отапливается вот две конфорки и вот обогреватель. Соответственно, дома очень холодно, тут 10 градусов-то еще на улице минуса нет. Вот. Все вот очень быстро как бы решил, вот начались уже работы. Огромное ему спасибо за это, благодарность. Ну, а другим женщинам, которые, вот, может быть, стесняются обратиться, боятся рассказать о своей проблеме? Тоже очень стеснялась, боялась, я поэтому говорю, я тоже думала. Я честно думала, скажу, что, может быть, и не стоит, что все это, ну, этого не будет, но нет. Все казалось очень оперативно, быстро. То есть, если есть, конечно, глобальная проблема, надо обратиться, потому что если некому помочь, говорю, и финансово, чтобы вас поддержали. Сейчас в доме холодно. Мария и дети очень ждут тепла. В данный момент прокладываю трубы, будет установка батарей, газового котла. То есть скоро у нас будет тепло. Очень надеюсь. Детки кашляют, наверное. Дети болеют, да. Дети заболели, потому что все равно в доме влажно, холодно. Да. И я тоже приболела. И все, конечно, из-за влажности. Вот. Все болеем. Ждёте, когда ремонт закончится? Очень ждем. Но самое главное сейчас отопление. Все остальное, конечно, все это штукатурка, потолки, это, конечно, все такое второстепенное. Самое главное, это чтобы в доме было тепло. Отопление Марии помогает делать Михаил Петухов. Устанавливаем газовый котел, вешаем радиаторы на двух этажах, на полипропилене. Вот, и, в общем-то, это делаем отопление. Давно начали работать? Начали вчера, но еще деньков 5, я думаю. Придется поработать, не загадываешь. И когда все закончится, тут будет что? Будет тепло. Артем и Валерия немного простудились. В доме пока сыро и холодно. Они ждут отопления и папу. Чтобы никогда не болел и был всегда счастлив. Пап, мы тебя ждем. Мария рассказала о ремонте супругу. Да, я говорила, да. Я говорила. Он тоже, конечно, очень рад, благодарен, что нас не оставили в беде. Передаю ему огромный привет. Очень люблю, ждем. Вот, живым, здоровым, чтобы вернулся. Для того, чтобы обратиться в центр поддержки, возьмите, пожалуйста, с собой паспорт и справку из военкомата о мобилизации, и вам помогут.